25-е тело было бы вообще хорошо. Прям. ДПС даже 2.4 ебало у нас охуенный, блядь. Да, ДПС охуенный. Но я скажу ну, так, для Геры нужно намного больше ДПС. Тысяч так на 50. Тогда так, можно траить. Да. Сразу все это со временем надо ебать. Да, со временем подапнется, улучшится. Ребро точно можно ебануть. Посмотрим на неделе, может соберем. У меня, короче, на этой неделе немножко это... Выпадает, получается, что? Понедельник у меня смена. И у меня, короче, еще выпадает среда, сутки. А это я отрабатываю за пятницу. То есть на следующем КД в пятницу, вместо того, чтобы на сутки пойти, я буду отдыхать. То есть 5 дней подряд. Короче, заебись, охуенно. Так, ну давайте как сделаем. Вюпсин. Давай, работаем. Тактика. Давай, вот этого справа, потом слева два по очереди. Как у этого уже процентов 20 хп будет, может следующего. Кто там постоянно носом шмыгает? Скажите мне, пожалуйста. Кого там насморк? Поставьте активацию, как она называется, по кнопке. Тут я водорожку все беговую сделаю, ебать, хуярит. Вот кто-то шебуршит сейчас. Причем я хочу заметить, это уже второй рейд, когда человек шмыгает носом. Да. Я предлагаю ему пойти, ну, вылечить его. Да, Женя? Да, братан, вылечи то, что происходит каждое лето. Так нет, ты просто поставь на, как он называется? Так я забываю, я выключаю тумблер на микрофоне. Тумблер. Его забываешь и включаешь. Короче, за контроль. Вот лейтенанта справа. В этот, в Ваковый. Остальное что, побежит, сейчас захуярим. Вон рослого бейте. Ёбаный. Вот у меня больше всего горит пукан на моба. Вот этот командир, где он? Петух этот. Катался. Откидывает тварь. Еще звук такой, как будто этот штык появился с ребра, да как он там, шпиль. Так, я смотрю, вы там сагрили, да? Так, интересно. Это я спиной стоял. Еще челик подошел, да? На стрессах хуярит моб. Попробую дать незыбку сейчас. Сука, нету силы рун. На стресса все равно хуярит моб, забрал, стаунтил. Блять, да мы вывезли, получается. У меня больше всего жопа горит, когда на трэше вайпаемся. Че мы это, этих принцов без рыбы? Ну, че, исчезла рыба у кого-то? Да нет, вроде, ебать, сейчас вроде на месте все, ебать. Вроде ебать, есть, да. Админы слышали, блядь, нас. Мне кажется, этим рейдом можно идти пробовать 25 гер, блядь. У нас ДПС просто ебанутся. Только 25 обычку занерфлено просто. У Герри больше ДПС. У нас 316 тысяч было всего на 40 фанги. Поэтому должно быть хотя бы 360. Да, Геру можно пойти. Ебалика как минимум нету. Ребро точно можно ебануть. Даже леди потравить. Ой, ебальник как минимум нас нету. Ну на леди, блядь, видишь, на леди, фишка, фишка, блядь. На леди фишка в том, чтобы, блядь, ебать, скипать духов нахуй. Это самое основное вообще на этом боссе, блядь. Ну не скажи там, знаешь, что еще основное. Вот допустим, если ты вихрь не дашь на какого-нибудь условно там фурика, на кота там, не знаю, или на ДК, просто ДК с ледяной косой, нахуй, то он просто вырубит рейд, нахуй, сразу минус 8 у нас было, блядь. Но у нас же есть ЕПГП, которое, блядь, учит всему, правильно? Ну, ЕПГП, оно, конечно, учит, но когда, допустим, человек возьмется в контроль какой-нибудь друид, вот Вадикон возьмется в контроль, и все, и сразу, ну, там, вайпов дохуище будет. То есть там не только духи, дохуя будет моментов. Ладно, бафы висят, блядь, понятно. Починили, ебать. Так, ну ты тогда на келе, я на двоих. Чё, по сферам кто? По сферам.
Могу постоять. Стой и этот. Ну и давай там, кто из луков там? Юми и Притон еще стойте. Пускай, ну, смотрите. Они стреляют. Пускай они стреляют, я Вехторка буду хуярить по сферу. Хуярь, если будет что-то не хватать там, то это, помогайте. Все на пулы, на Войда, вот эти Валанеры, Талдарама. Все, поехали. Раз, два, три. Я не знаю, куда ты говоришь. А нахуй пол рейда полетела, ебать. А в 20-ки это сложно заскипать, блядь. Ну да. Если только миликов не 5 штук. РДД далеко стоят. Да. У нас-то, по-моему, 10 миликов, если не ошибаюсь. Игорь, я держу правую, возьми центр. Я держу под боссом, я держу нормально. Не переживай, я здесь. Давайте Геру. Раз Талдаром активировался. А, наебал, да? До Геры, короче, сколько там? 13 секунд. А, если шаманы так, оба... Ты держишь две игры? Да, держу нормально. Окей, тогда по-старому. Если вы не сдали Геру, шаманы, то сейчас через 2 секунды надо будет давать. Хотя уже зачем? Пизду, не давайте тогда, нахуй. Сейчас будет килесить все равно, блядь. Уже похуй. Так, вихрь мир. Похуй. Через 5 секунд. Я держу посреди зала. Ну куда его повели-то вообще? Окей, сейчас я две держу, это нормально вообще. На 25-ка это, если честно, такая помойка, пиздец. Здесь чисто ДПСом все можно брать, нахуй. Абсолютно все. Ну, чем больше ДПС, тем легче рейд. Не уешьте серки. Серки только спала, не убейте. Сказала, если бы вы за секунду сейчас не остановили бы ДПС, блядь, с меня все серы слетели, я бы умер. Игорь, сзади тебя еще бомба. Давай, я побежу. Да, две, нормально, а, нормально. Она исчезла. Все. Справа теперь, справа. Вижу. Вихрь. Над боссами подержу еще тоже. Там над боссом прям над килисетом, над килисетом. Я пойду держать это над килисетом. Все, я эти две держу нормально. Там еще сова, блядь, звездопадом помогает нормально. Вы бы видели, как в Гере они падают, с какой скоростью, блядь, там вообще пиздец. Оно шаг в десятки, мы десятки были там, да, они летят ебануться просто в гиперскорости. Главное успеть так среагировать, где она появилась. Сворот возьму. Блять, сука. А, уже убили. Просто там уже катушки бывали, там некогда было сбегать. Блять, ну что за лут? Где катушки, блять? Где все остальное? Хуйня чистая. Так, плащ на танка. А мне надо такой, нет? Я вот не помню, есть у меня он или нет. Вроде вообще, по идее, ДКшник, вот эти вот все вот плащи на меткость. А он нужен кому-то этот плащ? Ну я нужен, написал 100%. У меня есть такой. А, трэш, давайте, пожалуйста, пойдем бить. И тактик мне сабдал. Так, 200. Так, меткость крит, латный шлем. Так, на распыл. Удобный аддон, я ебу просто, блять. Супер удобный. Еще смотришь, что у кого одето. Кольца, вон все два кольца показывают. Заебись. Прикольно. Тоже на распыл. Все, бегу. Уже на ДКП, это ж вроде точно такая же система, просто там цифровое значение меньше, правильно? Да, значения любые могут быть, просто сама суть, что ДКП она вроде как ИПУК. Типа, ты получаешь очки за убийство, купишь там. Так, я смотрю, тут все хуево.
Короче, сразу даю войско. А, сука, на мне стан. Давайте гневы небес, станы, там, контроль, дизармы, сало затыкать этим мобам. Ты опять шмыгаешь, короче, этот, кто он? Лядри. Это ж ты? Да-да-да. Блять, поставь на кнопку активацию просто. На альт какой-нибудь, там, на капс, хуй знает. Так он шмыгает с кнопки, все нормально. Специально включает. А-а-а. Не, это не прикольно. Так отрывает на трэш. Да как хули вы сагрили все, блядь, зачем? Я добежать не успел, половина сдохла уже, блядь. Короче. Вот этим пидорам сало надо давать, видите, они стоят, кастуют спокойно у нас. Касты сбивать, блядь. Конечно, никто ничего не сбивает. Эти хуярят, два тактика, блядь. Стан дали танку и все, и по пизде пошло. Сейчас среснем 5 тел. Короче, у кого есть с собой чарка на плащ, на этот, сейчас скажу, как он называется-то, блядь. Колос. Колос, да. Вообще, как бы у меня, блядь, чарка это есть, только реги надо, сука. Ладно, потом. Вот тактик вот такой стоит, да? Хуяк. И его хуярим. О, еще два мобарса, сука. Их не звал. А, никто не проверял, например, вот колбы, которые сейчас стоят, да, которые урон повышают, блядь. Типа ставишь шкаф перед пулом, чуваки берут колбы, блядь. Не, мы их суммоним. Не, не работает. Не работает. Сбрасываются, да? Да. Фу, ну, так бы уже давно поубивали все. Я знаю, один баг был в Ульдуаре. Короче, мне стан дали, там не сдохните. Вот рыцарь сейчас идет, пизды даст нам. Кому-то уже дал. Дайте шкаф, сейчас ты тут надо сумнуть, рвиста резайте. Джифса поставил. Короче, я вас немного подраскину. Под насру вам. Вот так вот. Короче, это самое. Шкаф. Сумоньте ты тут, ожрите рыбу. Короче, блять, как же так сделать-то с вами? Ладно, похуй, пускай так будет. Давай, мага, короче, к пати к хилам закину. На взлетке два шамана. Ставьте тотем трепета. Сейчас его заранее себе поставьте, чтобы его не проебали. Вот. Потом что? Сейчас еще. Давай вот так. Шамана, наверное, сюда кину. Или нет? Сюда. Локом. Пускай локом антифир даст. Энх, короче, локом антифир дашь. Вот. И подожди, блять. Тогда рависта сюда. Сука. Тогда еще сюда. Вайрарника ебану. Короче, на взлетке. На первой взлетке. Прожимку даст. Протопал, Лиадри дашь. Ну и короче, ну и все, наверное, на этом ограничимся. Из своих сейвов нажимайте поглощение теней, там всю вот эту хуйню, палы там хильте флешкой себя. Вадикон, можешь подхилить, помочь, потому что 4 хила,
Я не знаю, кстати, как сейчас захил вообще будет. Короче, смотри, пельмешань, кастуй цепуху через себя. Локи там койлы кидайте. И поглощение теней палы, хильте флешкой, водикон хиль. Равист можешь отдать спокойствие. И водикон тоже хуй с ним спокойствие отдавай. А вот на второй взлетке, уже я дам не зыбку. Холипал, ай на. У тебя же есть этот, нахуй, как он называется? Божественный страж. Вот эту хуйню дашь на вихрь с моей незыбкой. И плюс мы еще в Юпсине добавим гимн на хп. Блять, я вот переживаю за хили, то есть 4 хила. Ладно, давай посмотрим. Если что, будем кого-то спекать, звать, хуй знает. Ну, помощи палов, совы и энха, только вставать чисто на взлетке, должно хватить захилить. А так, сейчас посмотрим. Все на пулы на войда и... И хуярим. Ты тут, ты тут? Ебать, у тебя ник. МП5 дайте ему уже, кто там дает? Сука. Он, блядь, сядет по мане сейчас. С пула. Лок, блядь, сядет по мане. Дайте ему МП5, кто там МП5 дает? По локу, по локам. Да есть у него? Дали. Есть. Дали, дали, спасибо, есть, парни. Все, на счет 3 бегу. 1, 2, 3, погнали. Так, кто там у нас? Зукля, нихуя себе. Так, ну смотри. Смотрите там по рекаунту, нахуй. У меня рекаунт выключен. Ну, имей в виду, это нужно РДДшника точно укусить. Титикап, у нас ШП есть? Нету. Титикака проспал, да? Милики, стоите в луже, видите? Или не видите? Давай вот так отведу. Теперь видите? Лужа там. Титикака, надо... Блять, побыстрее вот эти две первых тучки выносить, ты их прямо под босса налил. Кто там, сука, с активацией? Это бигдэмэдж. Бигдэмэдж, вюпсень, блять, чё за хуйня? Чё, вы не можете на кнопку поставить в дискорде? Надо, надо, сейчас выберу после этого, да. А до этого? Вообще выключено, блять, микро с кнопки. Или мне милика рейвустов, блять, уебать, у него 20к сейчас. Похую. Кусай, главное не сдохните. Главное передай. Ты передаешь? Уже си... Ну вот, передавай быстрее. Главное передайте. Вы с пактом сбежитесь там или нет? Что за хуйня? Долго стоите с этой хуйней красной. Биг дэмэдж опять тебя фон идет. Потом после босса вырубите активации все, блядь. Ну, я понимаю, если бы вы релили, я бы сидел на активации кнопкой. И слушал вас. А так, блядь, фон в уши идет какой-то. Короче, сейчас смотри. Надеюсь, выпустить на тебе был уже антифир. Вот сейчас тени следующие через 10 секунд. Кто из мелизона не сбегается? Блять, кто за милик стоит? А я скажу вам, кто это. Это Титикака, да, братан, Титикака? Будешь сбегаться сегодня и лужи выносить вовремя? Лужу не разлил, не сбегается. Ай-яй-яй, блять, давай играй получше. Что за хуйня? А потом я хочу этим, я хочу тем в рейд и нихуя ну, не... Ну, блять, не увидел этот. Ну давай, сверкает, блядь, давай, типа, внимательнее как-то, блядь, так, ну, так не пойдет, блядь. Блядь, не подбегайте ко мне, пожалуйста. Захилимся, шаман кастуй. Локи, прожимайте койлы, блядь, хильтесь. Мага, мага, ну, глыбу нажми. Очково, пиздец. Так, рави стрессой сразу этого вара. Сразу ему щиток, фулба вхуярим. Сбегитесь с пактом. Парни, ну ты тут, отдайте укус, пожалуйста. Вара захил. Каску, лапу, пристабав. Вару. Рарник притона укусит. Все, хуя. Я укусил, я укусил рарник. На киса не сдохни. Ну захиливаемся. На фул держите хп, старайтесь. Пизда, фон идет, блядь. Сейчас я вас замутаю нахуй. Будете сидеть в муте, блядь. Заебало уже это, блядь. Сейчас выключите, надеюсь. Укусы передавайте 4-7 секунд. Не превратитесь в вампира, блядь. Так, нормально.
Может, Геру? Нет, после взлетки уже добьем. Ну, в принципе, Виктор, похуй. Давай, похуй, Геру, похую, давай. Смотрите, сейчас человек с тенями, вот призен, по нему нужно дать диспел, этот самый Юпси. На тебе должен быть антифир. Акиса, ставь тотем. Сейчас готовимся, значит. Я дам, уже был у меня. Я дам незыбку. Антифир два раза за бой ты юзаешь. Дал Т4. Холипал, давай массакру, давай гимн на ХП. Я уже отдал. Полную хуйню всю даем. Ну и просто добиваем уже, наверное, до укусов успеете. Да. Оно реально, когда понерфлено, становится проще в 100 раз. Уже похуй добивайте. Ну, укусы передайте кому-нибудь. Уже лям остался. Хуя багруха. Ебать, багруха. Вот, по-моему, багруха, бля. Кто там багруха? Кто-то просил, да, багровая. Кто хотел багруха? Куплю багруху, бля. Юми, это ты хотел? Ну, она сейчас на этом, на аукционе даже 30-ка. Так, а какая 30-ка? Это среди гильдии. Вы что, серьезно, бля? Так, ну я вот думаю... Паладина, там пароль. Да может просто за ГП. И он просто сокет ставит. Просто при условии, что он сразу ставит камень, блядь, и он будет ее носить, нахуй, а не продаст потом. Ну давай, это самый... Кто он там? Юми? Мне не носить, я купить хочу за деньги. Нет, смысл, ты мне объясни. Ты купишь и продашь, она же дороже стоит на аукционе. Сколько она сейчас на ауке стоит, кто знает? Да продаю в два раза дороже, чем на аукционе, и все, вопрос решен, блядь. Вон, он другому человеку ее хочет отдать. Вот дописал. Я бы отдал тому, кто ее реально сейчас прямо оденет, блядь, и будет носить в рейде. В нашей гильдии. Ну, нелогично. Ладно, короче, хуй знает, пока себе закину, то да еще. Бля, если кому-то надо, он... Пожалуйста. Холи паладин, мне она нужна, я ее одену при вас и вставлю камень. А холи паладин вот этот чей, кстати, Айновен? Это просто новый какой-то перс? Это или новый, это новый, сегодня добрали человек. Люди, кому нужна ачивка за ленточку прелести, блядь, дайте обмен зукли, я вам дам, и передадите дальше, блядь, чисто на ачивку полутать. Токены отдал, кроме синтека двум человекам. Ну, короче, это... Могу, в принципе, отдать. Вот, блядь. Убери вот это... У кого вот эта хуйня? Это у меня, вот. Да. Я тут отойду на 30 минут, вы без меня Валю захилите, надеюсь. Да, иди. Мне надо Жанушку встретиться. Иди. Попозже подойду. Я, в принципе, не против отдать. Вот, а, наверное, у тебя нормально же РТ подходит с 16 до 20, там вот это сибирское время. Да. Просто чтобы я тоже был уверен, я это в принципе могу отдать. А Юми, ты говоришь, там девушке отдать, это что? Ну, что за девушка, она с нами играет или нет? Если уж кому-то закидывать, а сестре девушки. Ну это вообще прям ебать жестко. А че вы стоите? Че, мобов нельзя побить? Давай, Айновен, допустим, я тебе верю. Давайте мы, может, будем одевать тех, кто людей действительно будет трейдить, и кому это сейчас профитно, а не там сестру девушки какую-то. Не, ну сестру девушки я мне тоже что-то, я даже не знаю. Ну, там бред уже входит. У нас людей не то, чтобы ходить в гер, а мы еще будем сестру девушки одевать. Да, может, выпадет еще раз.
Ваня, тебе лучше на РДД играть. Ты мне что ли говоришь? Да. Да просто надписи все сливаются и свечение, и я это, не вижу. Это проблема милечника, типа, ну всегда так было, ты, блядь, не видишь, потому что все от босса отлетает, потом надо пройти. Не знаю, я все вижу, даже все сзади происходит. Либо я, просто... блядь, ищу прочитать, где, блядь, там мое имя, блядь, вроде нет. Ты в дебаф осмотри, а не на имя свое. Ты посмотрел, что он тебя дебаф кинулся и убежал. Так он же пишет, кто на кого, что, и как бы сразу на экран смотришь. Да зачем тебе? Ты видишь, что способность уже применена, и просто посмотрел себя в дебаф, если на тебе нету, стоишь дальше, что бьешь босс, а на тебе дебаф просто побежал. Ну, ДБМ же... просто звук. Он, типа, характерный. Да, он там пищит, но... Плюс экран у вас меняется чуть-чуть краснее там. Вы это не замечаете, когда на вас тени, да, он такой розовый становится? Минор, походу, не синий, а розовый. НВН, пятая группа, НВН, ману дайте. Ну да, весь экран, блядь, розовый становится, оттенок. Не, розовый это когда переукусит, там прям аж красный такой. А, да, тут такой светло-розовый, это когда тени. Да, я понял, не смущает вообще, что там у вас все спылы, блядь, пропадают, когда надо кусать, не, ничего? Ну да. Да не про укус, реально. Если у тебя панели нестандартные, не пропадают там. В основном только основные твои. Там укус и пакт, вот и про это мы говорим. Будем на этой неделе пробовать ТТГ 25. Да. Главное, чтобы люди пришли. Да, по-любому. Ну, типа, если вы не заходите, значит, вам не надо, либо вы, ну, отсутствуете. Если вы не приходите, пишите, там есть канал в Дискорде, не приду, не приду, называется, вот туда пишите. Там работаю, там еще что-то. Ну, чтобы было понятно, что люди не зайдут. То мы заходим, на это там 10 человек сидит и все. Десятку тоже потрейли. Ну, я заметил, блядь, что людей хватает на две десятки, нахуй. Вот. С прошлого раза, блядь, когда вот собирали, да, просто РЛов не было, походу, на вторую десятку. И такая хуйня. Только смотри, такая проблема в том, что эти люди не заходят. Вот, например, вчера в понедельник онлайна не было вообще. Было 10 человек, которые, вот, грубо говоря, заранее уже предупредили, что в десятку пойдем, и вся гильдия пустая. То есть где люди, ну, так, которые могут прийти, блядь, на мы десятку? В какое время играем? Мы же не играем, мы же не школьники все, которые уроки прогуливают там ради рейдов, блядь. Причем там... это было вчера 16.00, 20.00. Вот я про это и говорю, что сегодня, допустим, человек может играть, а завтра он там на работе или еще где-то. Ну, типа, это было на прошлом КД, сейчас уже стимул появился, а ЕПшку полутать, блядь, правильно? Ну, ЕПшка, она к десяткам не относится, она только к 25-кам. Не-не, ну вы сейчас говорите 25-ку, правильно, блядь? ЕПшку за 25-ку люди полутают, а кто не был, не полутают, блядь. Приоритет. Мы босса спулили, а бафы слетели. Да, бафы слетели, и это пиздец. И меня калит то, что у паладина, блядь, вот это праведное неистовство спадает, блядь. Я ебал нахуй. Сережа, ёпта хули. Да пиздец. Да админы ебанутые хуйню сделали, блядь. Не заходите, пока. Не заходите, наверх не надо, назад. Назад, там запустится босс, охуеете, будет вайб, блядь. Диваны не помогут. И ждать еще полчаса, когда она, блядь, все выйдет. Я у нас еще в полтора часа в запасе. Жестко. Ну да. Ну, типа, если за час, допустим, условно успеть убить Вальку Сидорулича, можно это... Можно и РС-ку успеть заебашить. Завтра уже тогда ТТГ, а завтра тогда... и ГМХ. Да. Вопрос, Сара, у меня сейчас будет времени слетать, купить камень, ставить? Кто? Шею. Ну, сейчас не надо, после Вальки уже тогда. Да, а в прошлый раз мы без вайпов закрыли? Давай Стужу. Тебе бичевский камень дам. Я не помню. Да не, мне его хороший сразу. Там или краб у кого-то есть, там жрите рыбу, если надо. Или лока, через лока хилишь, как хилишь? Я через этот, ну, через лок. Угу. Короче, я слева, ли адрес справа. Проверка. Через какого лока? Хуй знает, ну какой поставит там.
Спроси так, блядь. Через Эйюми. А кто хилит будет? Он себя уже забафал. Полипал? Полипал, да, один. Тогда на него. Все, погнали там, притон чилит. Подавление пошло. Толстый для танка идет. Только вон, иди тебе эти подавления. В первую очередь. Потом вся остальная параша. Игорь, разлей трапы под пуджом. Есть трапа. Погром с правой стороны вышел. Скучный босс. Одному хэпалу весело. Угу. Suppressor spawned. Сейчас Пал еще жестче агро станет набирать. Будет смотреть. Свечка пропала. Блять, ну иди сюда, тварь. Слева, слева, ребята. Ты, короче, дай ему выйти этому мобу ебаному. Кто там ДКшник, который стоял.
Это он там встал в колоде, хуй нажмешь там на него, блядь. Проще ждите мобов вот в этом районе, вот здесь вот, где локовский портал. Сука, чуть-чуть не хватил. Ты чё, стаки проебал? Ну, я специально, я думал, как раз хватит. Сейчас дохилю, потихоньку. Ну да, тютелька в тютельку, как говорится. Ну да, прям чуть-чуть не хватил. Чё, блядь? Всякая параша, блядь, падает. Я слетаю, засуньте мне руки, пожалуйста. Так, это на распыл. Пар, маги. Если такие есть, в общем. Где-то мравист. Ставьте шкаф, сумнем сейчас. Вон. Что, суманули его? Не прошел. Угу. Да, палом сейчас пошли, заходим. Палом хуёво. Чего? Хоть постоянно, блядь. Вот на мне каски нет. Сопрот выпью. Синдром. Тут надо писать, чтобы эту хуйню как-то решали, потому что нет, не дело, блядь. Посреди боя спадает, бывает. Надеюсь, им насрут там на форуме, блядь. А кто-нибудь может вкратце рассказать, что там добавили в ниндзя лутинг? В новые правила. Там что-то я мельком видел, что это, что типа надо писать. Дополнительно то, что ты сферы и остальное такое подобное. За ДС сферы надо указывать ее. Вроде как. Идите сюда. Сейчас после мелких звезду уведите. Сейчас этих мелких убьем, большие пойдут мобы. Я слева, ты справа. Мы когда сведем, там три на полу сразу дадите, и потом уже можете увешать. Секунд 15 дайте, агру набрать. Три шестерки у меня хп, блядь.
капец там радиус, конечно. Да. Ваня, играем за ДД. РДД тус. Хорош, не троллит. Да еще не по... никому он говорит, я тоже Ваня. Первый раз зашел на Амиг. Я лежу, все, захейтили. Я выжил. Чего вы туда лезете? Чего вы лезете сюда, реально? Дольше бить же будем. Добивайте уже быстрее. Сейчас жуки уже поползут большие. Ресать людей. Можно резать, да, резать, резать. Пока не дойдут, вы ресните. Если успеете, конечно. В центр обратно вставайте. Еще пачка мелких осталась. ПС-10. Угу. Радуйся, 10 это еще довольно-таки много у тебя было. Да, ну, я снова-то еще черный дым шел, нахуй, но уже нормально. Притом пришел. Может, у кого-то спек хила есть?
Если идти в 4, надо вообще очень аккуратно играть. Нихуя не стакать прям. Здесь это в комнату заводить не буду, здесь у колонны буду танчить. Ебанутый дракон. Блять, я выпал из мира. Пиздец. После этого дракона появится телепорт? Вы прохилите, если люди не будут ловить дебафов никаких. Дракон, ой, телепорт уже есть. Я из мира просто выпал. Там Бельмешань может похилить еще. У него хил есть. Ну, типа, по 5 стаков, я думаю, нормально будет, блядь, выхилиться в 4 этих хила. Ну да, наверное. Хил, отошли. Чё там, тотем уберите, петр. Притон, ты тут? Вроде подходил. Да, только подошел. Давай, покидай тело. Забегай тут на синдрема. У нас дохуя времени прям, блять, за 20 минут бы это закончить. Быстренько. Давай этот пельмешань тогда. Пиздуй это Венха, а похилишь тогда. Два тотема как раз будет у хилов. У меня в ДЦ остаться или в холик? Да в ДЦ лучше будет, в пизду этого холика. Дохнет. ДЦ хули, но в брейн одну кнопку тыкаешь и пиздец. Похуй. Короче, тактика очень простая, да? Вы все помните, все знаете. Ёбаный в рот, чари лопнусь. Пока отпивайтесь там. Пристабав там, если за 10 секунд успеешь. А, пристабав есть уже, все. Нормально. Так, ну короче, даешь фридом там Лиадри. Этот самый. Чилишь. Я потанчу, короче, я там на второй. Мы ж танчили с тобой уже или нет? Со мной нет. Короче, смотри. Как только скинули с себя стаки, похуй, какая глыба. Ты глыбы не считаешь, ты просто смотришь. Скинулись стаки с тебя таинственного говна вот этого. Идешь, просто меняешь и все, похую. Понял. Вот, то есть не считаешь ни стаки, ни глыбы, ничего не считаешь. Просто скинулись, меняешь, все, пиздец. Изи. Главное, не замерзни. Да, главное, не замерзни. Вот метка одна, единственная. Вот сюда будут ставиться глыбы на второй фазе. Вот. И если вдруг в сторону надо будет, я скажу. Ну, от чего вы тут можете сдохнуть? Первое на притяжке, второе на взлетке, когда это на 5 людей вешается синие метки, такие над головой. Вы вниз спускаетесь, внизу ступенек ставите эти, вот на этом белом поле внизу ступенек ставите, как они называются, сука, склепы эти. Что надо понимать? Нужно сохранять рейндж, вот как звезда примерно от
этих стоит, от, как они называются, от логовских порталов. Вот такой рейндж примерно между собой должны сохранять склепы, чтобы не получить двойной урон. Это касается всех людей, кто без меток над головой, без синих меток над головой. Если будете вот так вот близко стоять к меткам, к людям, на которых склеп летит, вы получите тоже склеп и урон. А если к двум, вот два, допустим, челика тут стоят, и я тут стою, и на мне еще склеп синий, то мы просто тройной урон получим, и все сдохнем. Вот это вы должны понимать. Все, больше ничего не надо понимать. Но это относится также и ко второй фазе. Когда челик стоит в звезде, на него склеп летит, вы должны от него съебать на расстоянии 15 метров. То есть вот так. Этого достаточно. То есть вы вот так стоите, вас не заморозит точно. Стоите, дамажите, хилите босса. Как только склеп разбивается или стаки таинственной энергии, вообще все должны скидывать. РДД, хилы, милики, вообще все без исключения. И танки бегают. Не просто так это все. Если вы не будете скидывать, если вы хоть одну глыбу пропустите, на вас накопится 5 стаков. И на вас, если полетит склеп, то по вам не 15 тысяч урона пройдет, а 30 тысяч нахуй. И вы просто сдохнете. Вас никто не захилит, никто не спасет. Ну разве что тучка какая-нибудь или еще что-нибудь. Вот это все, что вы должны понимать тут. И тогда, если вы все это будете делать, вы убьете босса с первого трая. Ты тут? Я тут. В смысле, что-то крестик, наверное, 5 МП 5? Нет? Нет, мне интересно на второй фазе, как глыбы ставятся. Я ж только что объяснял, вон звездочку. Только в звездочку. Это одна, а вторая? Все туда ставятся. То нету, есть нету. Ставится, сразу все, разбираем? Все подряд, да. Когда танки скидывать не будут? Танки скидывают также за ней. Хорошо. Такой тактики никогда не видел? Нет, не видел. Ну, сейчас увидишь. Ладно, пошли, запускаем. Подходите ближе. Она удобная для хилов. Ну, если кому-то интересно, подробно могу объяснить. Для хэпалов, для эршамов. Ну, для всех хилов удобно танка хилить. То есть им двигаться не надо, и они хилить. Блять, что он так близко подошла? Да, у нее на прошлом КД раза не 58 лямов было. Сука, сейчас чихну. Ой, блять. Почти чихнул. Я не помню. А сейчас у нее 51. Так там же писали, что порезали. Ну. Так там только герб, по-моему, резали. Притяжка будет скоро, смотрите. Нет, там все резали. И имейте в виду, я вам там как бы между прочим напомню. Сейчас притяжка. Вот, отбегайте. И имейте в виду, у вас 4 хила хилят. А, нет, 5 хилов точно, я забыл. Вот, смотри, один уже отвалился. Вставалку сразу юзай. Сразу юзай. Сразу этот ровист по нему залей инер. Метки вниз. Друг с другом не бегайте, вдвоем только. Пойдет. Прячемся. Склепы сразу бейте, из-за вас никто не побьет. Также рядом со звездой падает вторая. Вот глыбы фуловые стоят, вот конкретно поставил звездочку, что это за хуйня? Слева падает там склеп. Это третья глыба. Вам склепы надо разбить. Ну, стресс получил дамаг. Слева падает вот. Моя сейчас разобьется глыба. Да похуй. Ну-ка сейчас вот так спулить попробую. Вот так получше. По Акиси там, если что, каску, лампу, пристабав надо было дать. Даже им по 5 тоже можно. Когда вот он встал, надо было все это дать. Дали? Если дали, то хорошо. Великий, осторожно со стаками перед притяжкой, когда говорю, вот притяжка скоро сейчас после дыхания будет, через 3 секунды. Сейчас дыхание, потом притяжка. Стопайте стаки, вон Июми, нет, не настакивай столько. Убьется босс и так, он понерфленный, не делайте хуйню. Все, отбегайте. Проявите терпение, это тут зергать ничего не надо. Пельмешань, тоже смотри стаки, вот на вас на трех хилах освобожденка. Рейд фуловый стоит. Цепуху закинул, стоишь. 5 секунд. Скинули саки, цепуху закинул, стоишь. Меточки вниз. Синие над головой появляются. Вот появились. Ебать, там еще что-то пишет налево. Середина ДБМ, блядь. Немножко кривовато. Вот слева падает, видите, от звезды. По меткам сразу дамаг. РДД по дальним.
перебегать можно, если что, в милике не очкуете. Вот центральную вообще никто не бьет. Вот эту почему-то подразбили уже слева далеко. Это третья была, если что, глыба. Вот это уже четвертая падает, если не ошибаюсь. 5 человек дамаг получили. Кстати, я, блин, забыл про стилю. То же самое сейчас. После следующего дыхания будет притяжка. Готовьтесь там поближе, вставайте боссу, чтобы у кого лагает, успели отбежать. Притяжка скоро. Но после дыхания. Походу успеваем перевести в две взлетки. Беги, малышка, беги! Скоро фаза будет. Ну, блять, давай синтек реса вюпсиня. Сразу иннер. Вадикон иннер по нему. Каску лапу пристабав. Давай, Акиса, ставь тотем. Просто без гимна пока. Вихорка. Сразу разбиваем его. Сразу разбиваем. Он умер? Он умер. Так, для справки надо захиливать на фулл хп. Да первое. не в них дело, мой косяк. Я стаки настакал. 10 стаков, да. Было, да. Вот сейчас смотри, сейчас бежит заход, и кидайте ему щиток. Прячьтесь. Будет притяжка. Не, стоп, поглуби, стоп. После притяжки уже разбиваем. Все, я могу перетаунить смелец так. Убежали, смелики, убежали, милики. Вы немножко какие-то это. Ложитесь, падайте, это хуйня, еще раз. Подходите под босса. Во-первых, вы это. В звезду ставится метка, вы там стоите, нахуя, милики. Титикака конкретно. Ну, ты сейчас пойдешь на лока, ты не понимаешь нихуя за милика. Ты либо смотри, ты не бей. Если ты не умеешь за него играть, смотреть там. Ты сначала научись смотреть, потом будешь бить. Постой, там автоатак. Ну так начинай привыкать. Остальные. Что это за параша, блять? На взлетке, ой, на притяжке вы дохнете. Это за хуй-то, ну, пиздец. А вот насчет. Да у кого, сука, это хуйня? Притон. Притона. Выруби активацию голосом. Как дела, любимый? Охуенно. Хорошо, любимый мой. Бля, пиздец. Короче, вы заебали, ну. Вот смотрите, вот чтобы вы понимали, я еще раз скажу, повторю, вместо того, чтобы слушать после вайпа всякое говно в свой адрес, вы убейте с первого раза ебаного босса, блять. Тут мозга много не надо, блять. Вам объясняют все по 300 раз. Запомните на всю, сука, жизнь. Не стакайте никакую залупу перед притяжкой, раз. Перед фазой 2, блять. Будет фаза, будет склеп лететь. Вихторка настакал, ему похую. Он пришел, хлопнул, разрядил по себе 20 тысяч, нахуй. Прилетел склеп, добил. А как итог, блять, рейд не скидывает стаки. Я объяснял, блять, про эту хуйню. В Гере это еще более критично. Там больше, еще больше дамага, блять. И стаки эти бьют вокруг, блять, как на леди. Вокруг на 15 метров, на 20, блять. То есть по всему рейду ты бы нанес дамаг. И все бы сдохли. Вообще все, ты бы шотнул всех. Не себя, а вообще всех. Бегите сюда, где вы там? Вместо этого, блядь, стопните свой ебучий дамаг. Босс занерфленный, ну, в хламину, блядь. Это в Гере только надо напрягаться. Если мы в обычках так будем сидеть долго, ну, в Гере вообще пиздец будет. Будете с пула сыпаться, через 2 секунды падать, шотаться, блядь.
сыграйте нормально, как вас просят. Стопните ебучий дамаг перед фазой. Босс перевелся 35%. Стопните, блядь. Не копите эту залупу, освобожденку. Если вы ее на себе не видите, то вообще не бейте, нахуй. Лучше ничего не бейте. Блядь, за вас убьют ее. Где там рыба была? Нет? Не вижу что-то. Вверху стоит. А, вот. Под черепом, под черепом. Все легко, только на притяжке Акиса вьюпси, нахуй, не сдыхайте больше, блядь. И... Блядь, да я не знаю, как я вроде встаю в мелизону специально, чтобы, блядь, быстрее отойти. И нихуя, все равно не успеваю пешком, блядь, дойти. Уже не первый раз просто. Я знаю, что надо убегать. Ты автоатаку даешь. Так, при автоатаке... Ботинки не зачарены, блядь. Не, при блядь, автоатаке не ты подпрыгиваешь, тебе два прыжка, то есть тебя тянет. И потом ты автоатакой даешь, тебе еще подпрыгиваешь. Кто это раз... говорит, во-первых? Кто это говорит, НЛН. Во-первых? Саня. Нет, не ты, другой, который там, блядь, я не могу отбежать, там кто это рассказывал? Это я говорю, Випсин. Вот, Випсин, надо с этого начинать. Вот смотри, смотрим чарку твою на тапках. Где? Нет. Ее просто нету, нахуй. Есть чарка такая, нахуй. Давай, на открываем. На 12%. Вот открываем наложение, чар, блядь. Атлас лут, если что называется, аддон, блядь, открываем. Вот чары с острова. Я уже показал, блядь. Я уже показал. А есть она у кого-то с собой, нахуй, это чары? У меня ингредиентов нет. А так она, я могу зачарить. Без чарки можно. Ну, смотрите ингредиент, какие там надо, линкани. А, вот. Абсолютная пыль. Чародейная есть, пыль. Есть сейчас. Все, кроме чародейской пыли. Сейчас, я нахуй, я посмотрю, блядь, в банке, нахуй, заебал. Сука, ты ходишь без чарки, какого хуя? Это во-первых, блядь. Во-вторых, на скорости, да, чарь вот эту хуйню? Как она называется? Так, чародейная пыль, сколько? 15, да? Абсолютная пыль 15. Чародейная тоже 15. Чародейная 15. Великая планарная 3. Так. Великая космическая 3. Так. И большой радужный осколок 3. Это у меня есть... И осколок грез еще 3. Осколок грез 3, блядь. Где радужные, сука? Великая космическая взял, да? Тоже 3. Космическую сейчас. Где-то есть, блядь. Так, вот она есть. 3. И осколок. Блядь, где осколки? Где-то были. Осколки посмотрите, у кого есть, нет, что-то я не вижу, где-то радужные эти, сука. Один только есть. Да не грез, радужный. А, ой. А что там, чарку что ли делают? А вот. Звание, скажите, я слетаю и куплю. Да уже все поздно, будет. Нахуй, я уже регов набрал. Вот, на тебе реги. Это все реги, проверь. Все, давай ему тапки. Не, большой радужный осколок нужен. А я что тебе дал? Не дал ты мне. А я тебе какой дал? Просто радужный. Таких, вот такие нужны. Эрл, по-моему, это хуйня. Так, а нет, не хуйня. Ему именно этого и не хватало, блядь, чтобы не умереть. Ну, я имею в виду в рейде этим заниматься. А, ну это да, это хуйня, конечно. Конечно, это хуйня, нахуй. Так нет, я веселюсь, мне охуенно, ебать. Чё вы думаете, это заебись, что ли? Это вопрос к Вюпсеню, которому похуй было на его чарки. Я, блядь, 50-й нахуй раз говорю. Я про эту чарку, блядь, знать не знал, нахуй. Я здесь не задрочу, блядь. Я не сижу каждый день здесь, блядь. Я вот неделю играю. Сейчас так, могу, нахуй, блядь, на месяц пропасть опять, ебать. То есть, так я не знаю, хуёво. Я не в курсе, понимаешь, что она есть, блядь. Кидай потом мне. Вы сначала, нахуй, разберитесь, а потом агритесь, блядь. Да а все, блядь. 15 лет Адону. Ты не агрись. Он играет 2 недели. Да все, тихо, закройте рот, пока я не замутал, блядь. Обмен давай быстрее, чарься нахуй. Нажимаем да, блядь. И отбегаем от притяжки, блядь.